круглый стол по видеосвязи и новый символ дружбы в Нерюнгри. Третий состав Общественной палаты Якутии и главы поселений района обсудили тему межнациональных конфликтов. А также в Нерюнгри появился знак армянской диаспоры. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента Игоря Акимова. За круглым столом члены Общественной палаты Республики и главы поселений Нерюнгринского района путем видеосвязи провели активное обсуждение вопросов, имеющих общественную значимость, а также обсудили с органами местного самоуправления создание условий для активной работы национально-культурных объединений. Мы каждодневно, ежедневно должны проводить такую работу, чтобы на ранней стадии могли влиять на различные возможные провокации, которые могут быть в этой сфере, ну и возможно, какие-то проблемы, которые есть. Также в рамках темы межнациональных отношений 14 сентября городской парк культуры и отдыха в Нерюнгри стал богаче на одну достопримечательность. Памятный знак армянской диаспоры появился на аллее дружбы народов. И решили поставить крест, камень, хачкар, ну, чтобы наши земляки были сплочены, показали свою традицию, культуру, развитие для города Нерюнгри. Этот знак имеет огромное значение для Нерюнгри. Первую такую зону сделала армянская община. Они вышли с инициативой, и администрация горячо их поддержала. Они вложили свои денежные средства, построили вот этот памятный знак, который установлен уже и сейчас будет в торжественной обстановке открыт. Это очередное место притяжения для наших горожан, которые будут приходить в парк отдыхать. Главный символ – крест, являющий собой победу жизни над смертью. Подобные кресты ставят на пересечениях дорог, на въездах в город и на памятных местах. Теперь такой крест является настоящим символом дружной жизни сотни народностей в столице Южной Якутии. Игорь Акимов, Аял Амосов, НВК «Саха», Нерюнгри.